Между тем, глава Ассоциации казахстанских авиаперевозчиков Владимир Куропатенко для снижения цен предложил законодательно зафиксировать цены на топливо. По его словам, речь идет об объеме от 200 до 300 тысяч тонн авиакеросина в год. В обязательном порядке авиационное топливо и то же самое солярку иметь определенную квоту и фиксированные цены для нужд нашего народа. Не для нужд авиакомпании, для нужд нашего народа. Это все законодательно закрепить, тогда будет снижение цены. А еще, чтобы было снижение, надо дотировать не социально значимые рейсы, а социальные слои населения.